Да. Я здесь. Да, здравствуйте. Меня видно, слышно? Так, все ушли на фронт. Ну да, интересно, я тоже. Хоть и не смотрел, но включил и слушал весь этот час. Интересно, да. Ой. Низкое освещение. Я наоборот лампу включил. Да. Да, спасибо, Павел. Так. Всем здравствуйте. Назаров Александр меня зовут. Город Новосибирск. У нас сейчас 6 часов вечера. Вот я смотрю, есть еще разные города, где тоже, наверное, больше, чем 6 часов вечера. Ряд бежит по картинке, но я не знаю, что сделать. Главное, что я на месте сижу. Камера стационарная в компьютере. Да-да, Назарова. 19. Ну, здравствуйте еще раз все. Тема достаточно такая интересная. Речь идет, сегодня пойдет про заказчиков и про коммерческую недвижимость. Поскольку я специализируюсь на коммерческой недвижимости, уже достаточно большой промежуток времени, с года 2003, наверное. Ташкент, 4 часа, замечательно. Все в Ташкент. У вас еще рабочее время, сейчас будете отдыхать. Значит, меня долго спрашивали, что я буду говорить, что рассказывать. Тяжело за час что-то такое прям сказать, чтобы всем стало очень интересно, все пошли сразу зарабатывать деньги. Но вот, на мой взгляд, интересный момент – это работа с заказчиками, поскольку это те как раз люди, кто нам платит деньги. И поскольку я общаюсь со своими коллегами, партнерами, конкурентами, то постоянно слышу, что это основная проблема. Денег не платят, непонятно, как с них, с заказчиков, вернее, с клиентов, с покупателей, арендаторов, брать деньги и так далее. Идем дальше. Два слова о нашей компании. Компания Назаров Партнеры. Это я. Где-то тут был. Вот. Сейчас я секунду. Вот это я, да. Назаров Александр. Коммерческая недвижимость. Назаров и Партнеры. Коммерческая недвижимость. Мы занимаемся коммерческой недвижимостью, специализируемся по Новосибирску. И вот видно, что по соседним городам мы работаем. Лена Михайлова и Елена, супруга моя и бизнес-партнер. Компания, соответственно, Назаров Партнеры, зарубежная недвижимость. Страны, на которых специализируемся, вид на жительство, виза. И недаром мы здесь на рекламе находимся, поскольку мы продвигаем свой бизнес через продвижение себя. Здесь чуть более подробно рассказано о нашей компании, да, обо мне, да, то, что я с 99 года на рынке, и, соответственно, по Алине чуть более подробно. Адрес нашего сайта. Здесь можно посмотреть, соответственно, всю информацию о нас, кто еще не был. Кто с удовольствием захочет с нами пообщаться, мы, соответственно, с удовольствием пообщаемся с вами. Вот принцип нашей работы. Мы очень небольшая компания. Это сделано, осознанно.
И мы являемся действующими брокерами, маклерами, риэлторами, как угодно можно сказать. Непосредственно работаем с клиентами. И вот такая маленькая компания, которая очень щепетильно относится к тому, что она делает. Едем дальше. Концепт нашей компании – поиск недвижимости под заказ. Ну, вернее, скажем так, наверное, более точно, да, можно сказать, что мы вообще стараемся построить весь свой бизнес от заказчика, да, и кто в данный момент является заказчиком. Мы считаем, что заказчик – это тот, кто приходит к вам и просит сделать для него работу. Это может быть продавец, это может быть покупатель, это может быть арендатор, это может быть кто угодно. Компания, которая обращается вам, к вам по аналитике, это заказчик. И, соответственно, если это заказчик, то этот человек, эта компания, как мы считаем, да, должны оплачивать ваши услуги. Потому что с самых первых дней своей работы в этом бизнесе я старался сделать так, чтобы все мои сделки, ну, они как-то гарантированно происходили и приносили доходы. Я очень много думал, чем заниматься, как заниматься, потому что, ну, понятно, что мы работаем и мы хотим, чтобы все случалось, чтобы все зарабатывали деньги, да, и, безусловно, через продумывание концепции работы это начало приходить. Один из таких моментов, это возникла первая, это специализация в коммерческой недвижимости, и потом, соответственно, начал специализироваться на каких-то узких моментах, специализация в торговой недвижимости, стрит-ритейл, центральная часть города и так далее. То есть, и каждый этот шаг он вел к тому, что ты становился большим специалистом, к тебе обращались люди, и благодаря твоим знаниям, твоим навыкам, твоему профессионализму им было за что платить. Да? Им есть за что платить. Но самая распространенная, наверное, проблема в работе риэлтора, и в том числе риэлтора по коммерческой недвижимости, это когда клиент к вам обращается, да, но вроде бы и не обращается. Да, то есть он прозвонил вам по телефону, поставил свою заявку, он прозвонил еще в 10 агентств, он прозвонил в 20 агентств. И так устроен наш бизнес, что риэлтор сидит, бедный работает, тратит большое количество времени. Да, и в итоге потом узнает, что клиент уже давным-давно сделал сделку и не с ним. И, возможно, даже сам нашел и воспользовался еще вашей информацией. Является ли в данном моменте клиент заказчиком? Я считаю, что нет. И что мы, соответственно, вкладываем в понятие заказчик? Заказчиком может быть тот человек, который к вам пришел и конкретно готов или хочет работать именно с вами. И он не обращается в другие компании. То есть, если это покупатель или арендатор, мы стараемся сделать так, чтобы только мы работали с этим клиентом. Только, соответственно, чтобы он нам платил деньги. И если это собственник недвижимости, да, то тоже в идеале, конечно, хочется, чтобы он работал только с нами. Ну, большинство из риэлторов знают, что это, ну, может называться эксклюзивный договор, эксклюзивные отношения. Да, и, ну, так оно и есть. Это достаточно такое ответственное мероприятие, брать на себя ответственность, потому что если вы работаете с клиентом, только вы работаете с клиентом, то, безусловно, он и будет вас спрашивать. Но что нам дает работа с заказчиком, который готов
платить деньги. Вот тут видно немножко, да, по работе с заказчиками нам дают гарантии зарабатывания денег. То есть, как я и говорил, я стараюсь весь бизнес построить так, чтобы сделки были максимально прогарантированы, чтобы клиенты оставались с тобой, чтобы никто тебя не кидал, чтобы все оплачивали услуги, и чтобы та работа, которая происходила, она происходила и завершалась результатом. Соответственно, если мы выстраиваем такие отношения, что клиент не работает параллельно с 10-20 агентствами или со всем рынком, а выстраиваем такие отношения, что клиент работает только с вами, да, то мы предполагаем, да, что этот клиент нам скоро принесет деньги. Этот клиент, найдя для него недвижимость, или продав ту недвижимость, или сдав ему эту недвижимость, мы точно знаем, что мы в какой-то обозримый ближайший промежуток времени, через месяц, через неделю, через 3 месяца или через полгода, от этого клиента получим деньги. То есть вот этого человека я и называю заказчик. То есть тот человек, который с вами заключает договор, по которому решением его задачи начинаете заниматься только вы. У вас с этим клиентом есть финансовые отношения. Есть финансовые отношения, которые, соответственно, через какой-то промежуток времени завершаются передачей денежных знаков вам. Для того, чтобы, ну и безусловно, вот тут у меня такие стрелочки идут, да, такая стрелочка идет, да, гарантии зарабатывания денег дают и уверенность в завтрашнем дне, да, и вот наш любимый девиз, наверное, можно так назвать. Платит тот, кто заказывает сделать работу. Этот вопрос мы слышим, вернее, вопрос, а кто будет платить, мы слышим постоянно. Каждый день, когда у нас проходят встречи в офисе, по телефону, по электронной почте, когда к нам обращаются клиенты, у всех любимый вопрос, кто вам оплачивает услуги. И мой любимый ответ, платит тот, кто заказывает сделать работу. Если вы находитесь здесь со мной рядом в офисе и вы хотите, чтобы я помог вам найти какую-то недвижимость, проконсультировать вас, помочь вам продать, помочь вам купить недвижимость, то логика подсказывает, что то, что вы хотите, да, это работа. Если вы хотите, чтобы я это сделал, то эта работа логично, да, должна быть оплачена. Почему я вокруг да около этих слов хожу, как будто я вас зомбирую, да, потому что ну, я каждый день сталкиваюсь со своими, опять же, коллегами, и во время проведения мастер-классов постоянно я слышу одни и те же ответы. Как сделать так, чтобы увеличить гарантии, да, что повысить шансы, что поработав с клиентом, он точно заработает, что заплатит денег, что он не уйдет в другое агентство или сам не найдет, или не воспользуется вашей информацией. Вот единственный вариант, как это сделать, это сделать этого клиента заказчиком, закрепить его договором и в идеале взять с него предоплату. Но об этом мы, может быть, чуть попозже, ну не может быть, а чуть попозже поговорим. То есть вот картинка как раз показывающая то, что я говорил. Когда клиент звонит к вам в агентство, тут, предположим, вот это опять же я, звоню вам в агентство, да, это вы, и прошу подобрать никакую, вам какую-то недвижимость. Да, вы принимаете заявку и начинаете работать. В это время клиент еще звонит в 2, в 3, в 10 компаний, да, и оставляет свою заявку. Что думает клиент? Клиент думает, что чем больше он разбросает информацию по рынку, да, тем более вероятнее его вопрос будет решен. Соответственно, он позвонил в 5 агентств, значит, 5 агентов будет бегать, искать
для него недвижимость, будет предлагать, и скоро он будет счастлив. Правда какая-то, клиентская правда в этом есть. Потому что, ну, логика подсказывает, что чем большее количество людей будет заниматься одним вопросом, тем с какой-то долей вероятности этот вопрос будет решен. Что думает агент? Умный агент, он знает, да, что если у него с клиентом нет каких-то эксклюзивных отношений, да, то этот клиент обязательно после разговора с ним еще позвонит в 2, 3, 4, 5, 10 агентств. И, соответственно, вероятность того, что его работа ничем не завершится, равна 99%. Что делать? И вот мы вот в такой ситуации находимся. Соответственно, этот агент, то есть вы, зная, что клиент позвонит еще в 10 агентств, вы просто прекращаете с ним работать, еще не начав. Все просто. Но в лучшем случае вы повернете глаза в потолок или в компьютер, посмотрите свою базу заявок или объектов, вспомните, что у вас там есть сейчас активного. И если эта информация не соответствует требованиям, которые только что выставил заказчик, вы практически забываете сразу про этого клиента, потому что, ну, шансов очень мало, что вы с ним что-то сделаете. Ну, я могу предположить, что это делают все агенты. Соответственно, тут получается коллизия. Клиент позвонил в 10 агентств и думает, что 10 агентов бегает по рынку и ищет ему недвижимость и выполняет его заказ. Агенты, соответственно, сидят, ничего не делают, потому что думают, что клиент в это время или сам ищет недвижимость, или работает с 10 другими агентами. И шансы его на нуле. И, соответственно, ничего не происходит. Вернее, происходит то, что клиент начинает нервничать. Он начинает распространять по рынку информацию о том, что, ну вот, вот они какие риэлторы. Я 50 агентств дал информацию, и, соответственно, никто вообще не чешется и ничем мне помочь не могут. Вот они какие нехорошие. Вот у нас сейчас в группе «Коммерческая недвижимость Сибири» в Фейсбуке точно такая же ситуация. Один из клиентов в Фейсбуке бросил информацию и раскидал по агентствам, что ему нужно складское помещение производственное. И очень возмущается тому факту, что никто ему не отвечает. И никто до сих пор уже пятый день ему еще не подобрал помещение. Но вот это такая жизненная ситуация, и я с ней борюсь вот таким образом. Я стараюсь сделать так, чтобы этот клиент, который обратился ко мне, он работал только со мной. Ну, понятно, что я не беру всех, понятно, что я выбираю, понятно, что я оцениваю клиента. И понятно, что тут много вот этих понятно существует, потому что, опять же, объять необъятное нельзя, объяснить всем все нельзя. И я стараюсь работать с теми клиентами, которые хотят работать со мной. Вот и все. От каких-то малейших деталей зависит судьба фактически этого клиента, да, и буду ли я с ним работать или он со мной. Если это телефонный разговор, то от того, как этот телефонный разговор начинается, от его интонации, от его уважения или неуважения ко мне, от резкости разговора, от качества подачи информации, от того, что же, соответственно, этот клиент хочет найти, подходит ли это под мою специализацию, а хотел бы я этим заниматься, а насколько вероятен это, выполнить этот заказ, подобрать ему эту недвижимость, насколько вероятно его финансовые возможности могут позволить найти эту недвижимость. И вот из
за пару буквально минут разговора из вот этих сотен, буквально вот этих маленьких нюансиков, и складывается ощущение, а хотел бы я работать с этим клиентом. По крайней мере, хотел бы я продолжить с ним общаться, перевести его из телефонного режима в режим личной встречи. Ну, если это в пределах одного города происходит. Если, соответственно, это клиент из далека, из другого города, региона, другой страны, то телефонный звонок я всегда перевожу в разговор электронный, в разговор письмом, обязательно письмом, даже не Skype, поскольку в письме можно гораздо больше сказать, можно гораздо больше узнать о клиенте, опять же, по многим деталям, которые я в этом письме увижу. И это письмо сохраняется. Это письмо сохраняется, я всегда могу обратиться к истории переписки, я всегда могу актуализировать эту информацию, всегда могу поставить какой-нибудь ярлычок, который мне поможет помнить про этого клиента всегда. И, соответственно, уже следующим шагом при личной встрече, да, я пытаюсь понять, насколько вероятно выполнить этот заказ, да, если я за него возьмусь. И, безусловно, я стараюсь продать себя, если еще требуется продавать, да, чтобы клиент согласился. Да, поскольку моей следующей задачей, да, является, как я уже говорил, подписание договора с клиентом, по которому его вопросом буду заниматься только я. И по этому договору клиент должен оставить предоплату. Очень, конечно, пикантный момент предоплата. Понятно, что каждый первый и даже каждый второй клиент эту предоплату не оставляют, да, но оставляют. Да. И очень интересный момент, что не с каждым клиентом я подпишусь в такие отношения. Поскольку у меня лично не будет, если у меня лично не будет ощущения того, что я не смогу выполнить его заказ, как бы даже сложно, ну, вернее так скажем, если я буду понимать, что заказ очень сложный, но в принципе, по моим ощущениям и знаниям рынка, он выполним, даже там теоретически, то я подпишусь. Просто если это будет совсем сложный заказ, может быть даже мелкий, да, просто здесь все вот эти вот мои эмоции и желания и вылиться, отразится на размере комиссионных и на размере предоплаты. Потому что ничто так не дисциплинирует клиента, такая любимая многими фраза, как, соответственно, предоплата. Мы знаем, что мы через какое-то время, выполнив заказ клиента, заработаем денег, и мы уже можем планировать поступление своих денежных средств, да, о чем многие риэлторы даже не мечтают, потому что считают, что бизнес недвижимости доходы нельзя планировать. Можно. И клиент, отдавая предоплату, подписывая с вами договор, он по логике должен получать обратное чувство, что наконец-то вот тот самый риэлтор, который будет им заниматься, и теперь клиент может спать спокойно и не тратить время на ненужные вещи, точно знать, что вот есть агент. Да вот все равно, что, как я там в самом начале презентации было написано, что мы по принципу адвокатской компании работаем, когда клиент нанимает себе адвоката, и вот адвокат уже представляет интересы клиента, бегает, прорабатывает разные вопросы и так далее. Вот то же самое, абсолютно то же самое. Да-да, Павел, как предоплата. Да, и, соответственно, мы стараемся стать агентом вот этого клиента, да, чтобы и консультировать его по всем вопросам,
и получить вот такое доверие. Вот на этой диаграмме, ну, я попытался немножко тут пофантазировать, да, что нужно сделать, чтобы к вам стали обращаться заказчики, ну, даже не обращались заказчики, да, а чтобы, потому что, ну, все знают, что нужно сделать, чтобы обратились заказчики: реклама, продвижение и прочее, забитые вещи. И что нужно сделать, чтобы клиенты вам стали доверять, чтобы стали обращаться именно к вам, чтобы серьезно к вам относились. Агент вы простой, самый начинающий, более серьезный агент, там, руководитель, там, владелец компании. Да. Вот такие я позиции написал. Пошагово, безусловно, обучаться. Безусловно, то, что, например, могу делать я, будет тяжело сделать риэлтору с опытом работы один день, одну неделю, один месяц и даже один год. Но каждая сделка, каждый шаг, каждый месяц работы, он будет к этому приближать, если поставить себе цель. И, безусловно, вот обучение, что происходит в данный момент, и вот, наверное, Павлу слава и почет за организацию такой конференции. Наконец-то у большого количества агентов, риэлторов, ну, не только риэлторов, есть возможность уникально, дистанционно, за копейки буквально получать ценную информацию, где бы вы ни находились. Репутация в малых городах творит чудеса. Да, это безусловно. Но самое интересное, что какой бы крупный город ни был, каждый человек все равно называет его маленькой деревней. Да, в Новосибирске вот 1,5 миллиона жителей, и я вот кожей ощущаю, какой он маленький город. И, безусловно, репутация. Здесь сначала нужно создать эту репутацию достаточно долго, потом репутация уже начинает работать на вас. И я это чувствую на себе, что с каждым годом работать легче. С каждым годом репутация на самом деле работает за тебя. И тебе только нужно поддерживать эту репутацию, опять же, на том же уровне. И ну, удовлетворять, опять же, пожелания клиентов. Имейте уникальность. Безусловно, без уникальности сейчас тяжело, поскольку в России огромнейшее количество компаний, кто занимается коммерческой недвижимостью, вообще недвижимостью. Ну и в каждом маленьком или крупном городе агентов огромнейшее количество. И чем-то нужно выделяться. Маленькая компания или большая компания. Безусловно, вот эта уникальность, специализация, она даст вам своих клиентов, которые будут к вам обращаться и будут готовы платить за вашу уникальность, за ваши возможности, за ваш талант, за ваш профессионализм. Поверьте, станьте профессионалом. Ну вот да, это постоянное обучение, постоянное стремление добиться чего-то, внедрение технологий передовых. Вот до меня была прекрасная лекция, и там было очень много интересного. Да, выделяйтесь. Ну да, безусловно, без каких-то моментов, которые вас могут выделить в среди 100, 300, 500 агентств и тысяч риэлторов, очень сложно найти своих клиентов. Тем более, если вы маленькая компания или работаете сами на себя, и у вас нет больших бюджетов рекламных для привлечения клиентов, то вам нужно таким образом выстроить свой бизнес, свою работу, да, чтобы выделиться, что-то делать лучше, что-то делать не так, как все. Пойти другими какими-то методами, чтобы вас заметили и оценили, и начали к вам обращаться. Все вот эти шаги, они приведут вас к тому, что вы сделаете себе на рынке имя, вас увидят, услышат и, поверьте, будут обращаться. Один из самых простых способов, бесплатных, это сделать –
да, то есть вот все эти шаги приведут к тому, что вы станете экспертом, начните сотрудничать с журналистами. Начните сотрудничать с журналистами и снабжать их какой-то важной информацией по рынку. Ну, может быть, не выдавать им секретов секретных, да, о там фактах случившихся сделок, если это нельзя говорить. Но если вы являетесь экспертом, особенно таким узкоспециализированным, то, безусловно, я вас уверяю, вы для журналистов кладезь. Сходите на пару конференций, круглых столов, найдите этих журналистов, обменяйтесь визитками, обозначьте, что вы готовы давать комментарии для их статей, и пусть они вам звонят, и давайте комментарии. Подаете комментарии год, другой, третий, все в городе будут знать, что есть такой эксперт коммерческой недвижимости, и просто по умолчанию все будут, когда у них встанет вопрос, к кому же обратиться при вопросе продажи недвижимости, будут обращаться к вам. Ну и вот тут, да, последний кружочек, превратите себя в бренд, да, ну вот в данный момент я этим занимаюсь, пытаюсь превратить себя в бренд. Мы в 2011 году поменяли название компании, сделав еще больше акцент, вот компания называется «Назаров и партнеры», и надо сказать, это работает, и работает очень серьезно, и Назаров уже на сегодняшний день в нашем городе это уже бренд. Ну, может, конечно, не такой бренд, как Мегафон, да, или Microsoft, но вот на местном уровне мы уже являемся брендом. Безусловно, это облегчает работу. Безусловно, при разговоре с заказчиками, когда это происходит, мне гораздо проще и легче с ними вести разговор. Я вообще люблю, чтобы наши встречи в офисе начинали с того, чтобы сначала клиент посмотрел наш сайт. Чтобы он зашел на сайт, прочитал, посмотрел, изучил список клиентов, отзывов клиентов. И тогда мне практически на встрече ничего ему доказывать и не нужно. И объяснять, почему он должен работать со мной и почему он должен мне платить деньги. Так, Оксана спрашивает. Угу. Обращаются знакомые часто и хотят по-дружески. Понятно. Понятно. Да. Ну, надо сказать, что я помню, я работал в Гербалайфе 6 лет, да, давненько. И я помню, еще тогда нас учили, что родственникам, знакомым и даже родной маме обязательно продукты нужно продавать. Не дарить. Не с большой скидкой, а обязательно продавать. Потому что это всех дисциплинирует. И сейчас, когда обращаются знакомые... Конечно, я тоже испытываю некий дискомфорт, когда знакомые обращаются, родственники и просят все бесплатно и так далее, и так далее. Нет. Сейчас мы боремся с этим дискомфортом, особенно последний год или полтора. Потому что, ну, поставьте себя... на место, поставьте себя на место клиента или возьмите другой любой бизнес. Да, вы приходите в парикмахерскую, да, просите предоставить вам скидку, да, в салон красоты. Ну да, стоит там какая-то процедура 2-3 тысячи, 10 тысяч. Вам сделали несчастную скидку в 5 тысяч, в 5%, да, что составляет 100 рублей, 500 рублей. Да, и потом к вам приходит директор или владелец салона красоты и заказывает вам подобрать помещение стоимостью 10 миллионов рублей или, не дай бог, 100 миллионов рублей. И логично, поскольку вы у него просили скидку 5%, он просит у вас скидку на ваши услуги. Но только маленький нюанс. Скидка 5% от 10 тысяч рублей и скидка 5% от 100 тысяч рублей или миллиона – совсем разные деньги. И поэтому с некоторых пор я перестал просить скидки. Я перестал давать людям надежду. Потом, когда они ко мне обратятся, чтобы у них был повод поторговаться со мной. Ну и опять же, любая работа стоит денег. Никто не работает бесплатно. Если вы, конечно, любитель работать бесплатно, ну, можно работать бесплатно. Но
к сожалению, для того, чтобы жить и жить достойно, нужно зарабатывать деньги, достойные деньги. Так, вопрос. Мне интересно, как новичку, на что вы обращаете внимание, когда принимаете решение, брать клиента или нет? Ну, я уже говорил, да, на что я обращаю внимание. Основной посыл, если я вижу, что клиент хочет со мной работать, ну, для меня это посыл. Значит, почему-то он хочет со мной работать. Значит, я должен присмотреться внимательнее. И если я понимаю, что тот заказ, который он хочет сделать мне, выполним, и он мне интересен, я становлюсь очень сговорчивым. Ну, например, обратилась ко мне какая-нибудь компания, да, или частное лицо, или небольшая компания. Но у нее есть имя, да, у нее бренд какой-то. Но я не буду говорить, что это будет, не знаю, Microsoft, опять же, да, первое то, что приходит на ум. Один из нюансов, что я могу получить этого клиента, совершив сделку, и поставить его имя к себе в лист клиентов. И потом уже в дальнейшем зарабатывать на имени клиента себе дополнительных клиентов. То есть я могу где-то прогнуться вот при первоначальном контакте, лишь бы получить себе этого клиента. Здесь я буду более, возможно, лоялен, возможно, никаких предоплат. Да. Главное здесь уже подключить свой профессионализм, скорость в работе, оперативность и так далее. Но если это какой-то заказ сложный, тяжелый, мелкий, очень тяжело выполним, не знаю, нужно подобрать какую-нибудь большую или производственную площадку с тем, специальными какими-то нюансами. И, возможно, это не попадает в вашу специализацию, потому что вы занимаетесь торговыми помещениями. Да, и у вас нет времени, но клиент очень хочет с вами работать. Поэтому вы должны осознанно взвесить все за и против. Если вы возьметесь, то выполните или не выполните его заказ, насколько он сложен или не сложен, и оценивайте свою работу. Да, и, соответственно, оценивайте, будете брать предоплату или нет. Потому что предоплата однозначно обязывает вас найти для него помещение. Да, вот тут был вот есть комментарий, что еще очень необходимо научиться говорить «нет». Это абсолютно правильно, да. Потому что если клиент не соглашается на мои условия, да, а иногда я специально называю очень высокие комиссионные, это в чистом виде для того, чтобы отсечь этого клиента. Когда клиент хочет, настаивает, да, то безусловно я говорю: «Хорошо, я возьмусь». Я возьмусь, но это будет стоить денег. И называю комиссионные, возможно, в 2, а то и в 3 раза больше, чем обычно принято на рынке. И называю предоплату. То есть я не сказал «нет», я сказал, что «да, я возьмусь». Но я поставил такие заградительные условия, что 99% клиентов на них не согласятся. А если согласятся, то, ну вот, я, конечно, вешаю себе хомут на шею, но зато я, выполнив этот заказ, хорошо заработаю. Возвращаясь вот к предоплате, да, в каких моментах ее нужно брать или можно брать, и что за этим дальше следует? Да, что за этим дальше следует? Безусловно, клиент надеется, что вы выполните его заказ. Безусловно, отдавая деньги вам, он боится. Боится, что эти деньги потеряет. Что вы жулик, что вы промышляете тем, что вы берете предоплаты, да, и не зарабатываете, и не выполняете работу, и кидаете своих клиентов. Значит, поэтому вы должны построить свой бизнес, свою концепцию общения с клиентами и свое существование на рынке именно таким образом, чтобы вас никто не заподозрил, что вы жулик. Но вы не должны являться жуликом. Да, вы не должны являться жуликом, и, безусловно, никаких мыслей на эту тему не должно возникать.
Предоплата в каком размере берется, вопрос. До 50%. В зависимости, опять же, от размера комиссионных, от как, да, то есть, если эта сделка какая-то небольшая, там, не знаю, 50 тысяч рублей ваши комиссионные, ну, здесь можно взять предоплату 10-25 тысяч рублей. Если это сумма будущих комиссионных 100 тысяч, 200 тысяч, предоплата в 20-50 тысяч абсолютно нормальные деньги. Предоплата должна быть такой, которую клиенту не жалко отдать. То есть он должен понимать, что отдавая эти деньги, они не такие крупные. То есть, ну, он должен чувствовать, что он расстается. Она должна сумма быть ощутимой. Ему жалко должно быть ее потерять. Но она не должна быть какой-то гигантской, чтобы он постоянно боялся и ночью просыпался от того, где же его предоплата, работаете вы или нет, или вы уже на Канарах где-то загораете. Если это сделка с вашими комиссионными на 1 000 000 или 2 или 10 миллионов, понятно, что уровень предоплаты может быть 100 тысяч, 500 тысяч и так далее. Здесь важно просто понимать один момент, что вы зарабатываете не на предоплате. Что для вас, по большому счету, размер этой предоплаты, он не должен иметь значения. Для вас должно иметь значение сам факт того, что клиент подтверждает серьезность своих намерений в отношении работы именно с вами. Опять это будет 1000 рублей или 500, это уже дело десятое. Вот самое главное понимать, что он серьезен, он собирается с вами работать. И это означает, что через некоторое время, выполнив его заказ, вы заработаете денег. Так, многие федеральные компании работают по договору услуг. Здесь я с вами полностью согласен. Федеральные компании вообще не работают по предоплате, потому что они федеральные компании, они монстры. И я очень люблю работать с федеральными компаниями. Потому что и их на самом деле у меня большинство среди моих клиентов, потому что им я крайне необходим. Потому что они все находятся не в Новосибирске, а я нахожусь в Новосибирске. Потому что я вот тут такой специалист, да, я эксперт, и я могу им реально помочь. Я реально создаю свою ценность для федеральных компаний. А у меня под это заточено все. И сайт, и та репутация, которая есть, и мой профессионализм, мой опыт и так далее. И это вам нужно сделать. И когда обращаются федеральные компании или любые другие, что они хотят? Они хотят оперативности, да, потому что, как правило, им ставятся задачи, нужно ее в такие сроки конкретно выполнить. Да. Им нужна открытость, им нужно доверие, им нужно больше информации правдивой. Если вы будете оперативно с федеральными компаниями общаться и покажете всячески, что вы являетесь экспертом и готовы, возможно, сделать чуть больше, да, чем они рассчитывают, я вас уверяю, что предоплата не нужна. Потому что поставьте себя на место клиента. Он сидит, вот я в Новосибирске, допустим, клиент сидит в Москве. Прошло правление совета директоров на крупной компании, на которой Иванову поручили найти какое-то помещение в Новосибирске. Иванов даже не знает, где находится Новосибирск. Да? Он думает, что это совсем в другом конце планеты. И он понятно, что он не ощущает места, он не ощущает города. С чего начать? Нужно ехать в Новосибирск. Да? Это расходы. Он приехал в Новосибирск, и для того, чтобы он хоть как-то сориентировался в городе, ему нужно здесь пробыть хотя бы неделю, для того, чтобы получить какое-то представление. Но недостаточно просто пожить неделю, походить по городу. Потому что есть масса нюансов, особенности места, есть какие-то подводные камни, есть история тех или иных объектов. Есть очень много нюансов, которые он не сможет узнать никогда. Потому что он не жил в этом городе, он не занимается недвижимостью здесь. А вы здесь. И когда вы от безнадёги найти какого-то специалиста в Новосибирске или в вашем городе, вы начнете контактировать с федеральной компанией и помогать ему давать информацию чуть больше или давать ту информацию, которую он никогда получить не сможет, он увидит вас эксперта,
И наступит некая привязка. Заказчик вы, эксперт, и он с высокой степенью вероятности больше ни с кем работать не будет. Потому что все федеральные компании начинают с того, что они прыгают в интернет, делают разные поисковые запросы. Здесь в скобочках, конечно, можно написать, а значит, вы там должны вываливаться в этих поисковых запросах. Да? И они также пишут письма в разные компании, они также звонят. И вот здесь, получая почту от федеральных компаний, очень важный момент, нужно научиться мгновенно или очень быстро на эти письма реагировать. И делать так, чтобы этот клиент потихоньку становился вашим клиентом. Да, если вам клиент написал письмо и говорит, что я такая-то федеральная компания и собираюсь купить в Новосибирске такую-то площадь, как, пришлите мне варианты, я вам сразу могу сказать, что не нужно присылать никаких вариантов в первом письме никогда. Вам нужно сказать: здравствуйте, товарищ Иванов из федеральной компании, очень приятно. У меня есть вам несколько вопросов, и задать эти вопросы в письме и проигнорировать его просьбу присылать варианты. Вам нужно задавать вопросы. И, возможно, и вторым письмом задавать вопросы, возможно, и третьим, чтобы показать свою серьезность. И чтобы вам на самом деле вы смогли понять, а что же им надо, что они себе представляют, насколько серьезны их намерения, есть ли у них деньги. И прочее, 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 прочее. Я тороплюсь, потому что смотрю, время заканчивается, а уже какие-то вопросы пошли. С первыми и вторыми лицами федеральных компаний лучше общаться на первоначальном этапе или... Хороший вопрос. Ну, если к вам обращается менеджер по развитию, то, ну, понятно, что нужно общаться с менеджером по развитию. Просто вы должны понимать, что менеджер по развитию, безусловно, по факту никакой ответственности не несет. Если вы с ним работаете без договора, да, и вы с ним просто договорились о том, что в случае сделки эта компания будет оплачивать вам услуги, то тут возникает, безусловно, риск. Какие бы шикарные отношения вы не создали с менеджером федеральной компании, как бы он вам не обещал оплатить комиссионные 50-100% там месячной арендной платы, очень высок, ну, не очень высок, а высока вероятность того, что в случае сделки вам могут не заплатить. Просто лишь потому, что этот менеджер по развитию не смог у себя в компании обосновать сам факт того, что нужно вам оплатить. Забыл, не так преподнес. Член совета директоров на какое-нибудь направление кто-нибудь сказал, почему мы должны платить там каким-то риэлторам такие большие деньги. Разве мы не можем обойтись без этого? И менеджер, допустим, какой бы он честный, порядочный не был, он иногда просто не сможет обосновать. Поэтому, безусловно, правильный вопрос. Нужно заключать договора с этими компаниями крупными, да, чтобы подстраховываться. И всячески пытаться понять, что из себя представляет тот человек, с кем вы общаетесь. Какая у него зона ответственности. Принимает решение кто и пытаться вот, ну и безусловно продать себя, чтобы он был настолько пропитан вами, пропитан вашими знаниями, вашей помощью, что он безусловно должен, и вы должны убедиться, что он вот это свое ощущение от работы с вами передал своему руководству, и руководство безусловно заинтересовано работать с вами и оплачивать в случае сделки комиссионные. Я просто хочу сказать, что на самом деле порядочных людей гораздо больше, чем непорядочных. И если исходить из такой философии, то, возможно, у вас меньше будет случаев, когда вам не захотят платить. Если вы будете всячески показывать, что вы профессионал, всеми своими всем, что есть у вас, да, своими делами. И я вас уверяю, ни один нормальный, здравомыслящий бизнесмен, руководитель, не увидев, что вам есть за что платить, вам однозначно заплатят. Понятно, что найдутся те, кто не захочет, но если будет за что платить,
заплатят, если будете выстраивать таким образом отношения. Как заключить договор в другом городе? Ну, это просто. Это все очень просто. Есть электронная почта, по которой согласовывается текст договора. Простой вариант. Подписывает одна сторона, подписывает другая сторона. По почте там, не знаю, DHL высылаются договора. И у меня постоянно это происходит. И потом клиенты... Ну, можно не высылать, да, можно подписать договора у себя в городе, отсканировать, отправить вариант в другой город. Там то же самое, подписали ваш скан, отсканировали, отправили вам скан. У всех есть скан. Потом, когда возникает уже потребность приехать в ваш город на просмотр или на переговоры, привозят оригинал документов, и все нормально. Вот как раз с подписанием договоров в других городах нет вообще никаких проблем, и даже в странах. Судили с федеральной компанией, у которой сменился менеджер. Да. Так что только договор. Угу. Не, ну понятно. Я даже больше скажу, что наличие договора, это безусловно не гарантирует оплату услуг. И ну, что тут скрывать. Я у себя в городе очень давно и всегда говорил, что я практически не подписываю никаких договоров. Практически. Последние года 3-4 я подписываю договора только тогда, когда возникает необходимость, сам факт того, чтобы мне уже начинать платить деньги. Ну вот, потому что я увидел некоторую уникальность в этом, да, когда ко мне обращается клиент, и мы с ним начинаем разговаривать. И первое, то, что я у него прошу, это подписать договор. Да, то есть он мне звонит и говорит, по рекламе, предположим. Да, у меня какой-то объект стоит в рекламе. Он мне звонит и спрашивает, а это где? Где этот объект находится? Можете ли мне рассказать? И понятно, что любой среднестатистический риэлтор, он скажет, не могу. Или будет примерно говорить об этом объекте, потому что объект не на эксклюзиве, с высокой степенью вероятности, и он боится, что его клиент кинет. И поэтому в этом случае агент начинает говорить, вам нужно приехать к нам в офис, подписать договор, после этого я скажу, где находится тот объект, который вам не подойдет. Да? Он тоже не подойдет с высокой степенью вероятности, потому что, опять же, в рекламу большинство агентов дают исковерканную информацию о месторасположении объекта, чтобы клиент не догадался, где этот объект находится. Клиент приезжает к вам в офис, подписывает договор, вы ему даете информацию, он лишний раз убеждается, что с риэлторами работать не нужно, потому что, вот опять же, объект находится не там, где написано в рекламе, и клиент потратил 2 часа времени на то, чтобы приехать из одного конца города в другой, подписать договор и так далее. Поэтому я увидел в этом некую уникальность и начал давать информацию по телефону без подписания договоров. При личных встречах начал давать информацию без подписания договоров. По электронной почте начал давать информацию об объектах без подписания договоров. Я научился по каким-то деталям разговора, по каким-то нюансам, по взгляду при личной встрече, по буквам, которые мне пишут в письме, по ответам на мои вопросы и так далее, научился считывать информацию о клиентах и понимать, могу ли я им давать информацию или нет, и какие будут последствия. И вот последствия простые. Люди увидели в этом какой-то положительный момент, они увидели в этом то, что у меня есть некая уникальность, что я могу по телефону дать адрес. Я сэкономлю у них 1, 2 или 3 времени. Я открыто даю информацию. Если я открыто даю информацию, думают клиенты, да, то я абсолютно уверен в этом объекте. Я этим объектом занимаюсь. И по умолчанию я так предполагаю, что клиенты никуда не поедут, не будут вычислять этот объект, если он им интересен. Не будут пытаться меня кинуть, они так или иначе совершают сделку со мной. И понятно, что есть еще много-много маленьких нюансиков, которые привязывают этого клиента ко мне, чтобы у него не возникало таких нюансов. Потому что я открыт,
Я открыто даю эту информацию клиентам, я экономлю его время, я ему помогаю, или я ему говорю, что этот объект вам не подойдет, и так далее, так далее, так далее, потому что я уже узнал у него какую-то особенность, что ему надо. Да, и, безусловно, это упрощает процедуру передачи информации. Да, возникают риски, согласен, но я осознанно иду на эти риски, передавая информацию клиенту. То есть, если клиент, вопрос, да, недобросовестный, он вас и так из договора... Да, абсолютно правильно. Если клиент недобросовестный, он вас кинет в любом случае. И вы ничего с этим не сделаете. Вот если он изначально хочет вас кинуть, он кинет. Если, вот проверьте простой тест. Вот вам позвонил по объявлению человек и говорит, а вот у вас там есть объект. А где-то, где он находится? Задайте ему вопрос. Скажите, добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Как вас зовут? Какую компанию представляете? И услышите ответ, что скажет человек. Если вы увидите, что он ни доли секунды не думает, и мгновенно говорит, меня зовут Василий, я представляю компанию Bubblegum. Я также ни секунды не раздумывая, я говорю, да, этот адрес этого объекта, предположим, там Красный проспект 49. Почему? Потому что человек открыт, он не скрывает ничего, он не пытается, вот даже вот в этих мелочах. Если он задумался, да, зачем я у него спрашиваю, как его зовут и кого он представляет. Если он начал, если он начал со мной спорить, диспутировать, зачем я спрашиваю, это первый сигнал, что что-то здесь не так. Я тоже начинаю ему объяснять. Да, я ему просто по телефону говорю, послушайте, говорю, что вы мне сейчас звоните по объявлению, вы хотите узнать адрес объекта, так, так. Практика на рынке недвижимости такова, что если вы позвоните в агентство недвижимости, любое, то прежде чем дать адрес объекта, вас попросят приехать в компанию, подписать договор. Так вот, говорю, я прошу вас назвать свое имя, фамилию и компанию, на которую вы работаете, только лишь с одной целью. Узнать, с кем я разговариваю, после этого я вам передам информацию открыто и не нужно никуда приезжать. Если клиент после этого начинает нервничать и как-то с вами разговаривать подозрительно, ну, понятно, что можно уже дальше завершать разговор. Вот человек, который хотел вас, возможно, кинуть. Если нет, ну, значит, вы продолжайте дальше общаться. Иногда открытость – это самое лучшее оружие для того, чтобы вас никто не обманул. О, 19 часов новосибирского времени. Я готов ответить еще на какие-то вопросы, если такие вопросы есть. Подведя черту, если у вас получится работать таким образом, чтобы вы работали с конкретными людьми, которые заказывали работу сделать только вам, ну, я буду, безусловно, очень рад этому моменту. Я думаю, что вы будете тоже этому очень рады, поскольку это гарантированно принесет вам деньги, и вы даже сможете научиться планировать свои доходы. Вот, собственно, все. Меня зовут Дмитрий. Я могу к вам постучаться в Skype. Ко мне могут постучаться в Skype все, кто хочет обратиться в Facebook, позвонить, написать на почту. Я по почте общаюсь мобильно. Ну, только единственное, что нужно учитывать, есть разница во времени. И есть огромнейшее количество желающих со мной работать. Поэтому, ну, по мере возможности я буду отвечать. Большое спасибо вам. Взаимно. Всего доброго.